Здравствуйте, меня зовут Лиз. Я специалист по мышцам тазового дна. Я покажу вам, как использовать кейгол. Это зонд, который вы вводите внутрь, а это внешний рычаг. Зонд — это мягкая подушечка. Вы сжимаете ее своими тазовыми мышцами и получаете обратную связь с помощью вибрации. Кейгол разработан, чтобы быть удобным. С помощью кнопки «Comfort Vent» вы настраиваете кейгол с учетом уникальной анатомии вашего тела. Нажатием кнопки «Comfort Vent» вы выпускаете воздух из зонда, либо наполняете его воздухом снова, чтобы сделать его размер максимально комфортным для вас. После введения зонда во влагалище очень важно нажать на кнопку «Comfort Vent». Тренажер сам примет анатомическую форму вашего тела. Проводить тренировки с кейгол следует в удобной позе. Желательно в горизонтальном положении, а ноги немного разведя в стороны. Лучше всего использовать кейгол с лубрикантом. Перед введением тренажера следует полностью выпустить воздух из зонда, нажав на кнопку «Comfort Vent». После введения зонда следует нажать «Comfort Vent» еще раз, чтобы тренажер кейгол принял уникальную форму вашего тела. Нажав на кнопку на внешнем рычаге, включите кейгол. На кончике рычага есть световой индикатор, показывающий, что устройство включено. Теперь вы готовы к тренировке. Вы можете сжать зонд своими интимными мышцами, получая обратную связь вибрации. Это позволит понять, правильно ли выполняются упражнения. Если хотите отключить обратную связь вибрации, нажмите кнопку на внешнем рычаге, и вы увидите зеленый сигнал. Для чистки кейгол желательно использовать средства для очистки интимных изделий. Не опускайте тренажер в воду. Кейгол можно заряжать с помощью идущего в комплекте USB-кабеля. Вставьте конец зарядного кабеля в отверстие на внешнем рычаге. После этого вы увидите пульсирующий зеленый свет, демонстрирующий, что кейгол заряжается.